Приветствую, дорогие зрители, на моем канале. Продолжаем наши разговоры о жизни, о смысле жизни. На одном из своих видео, которое есть у меня, я говорила, для чего мы пришли на эту планету? Для развития. То есть без развития ничто живое не существует. Даже растение, если не будет развиваться, оно погибает. А в чем же заключается наше человеческое развитие? Ну, говорят, раскрытие своего потенциала. У каждого потенциал свой. Я вот сейчас думала и определила это несколькими словами. То есть, в чем заключается сам процесс развития? Прежде всего, созерцание, то есть существование, бытие. Это первое, созерцание. Второе, творение. Творить, делать. Можно просто делать. Но когда человек творит, когда у него происходит, как говорится, не только механические движения, а и входит дух, и человек именно творит, а не делает. И третье – любить. Процесс любви. Если мы научимся вот этим трем процессам, то уже нам близко к счастью – созерцать, творить и любить. Итак, попробуем еще более подробно рассмотреть каждый из этих процессов. Процесс созерцания, наблюдения. Здесь входит существование, входит просто бытие. Просто научиться быть, научиться просто существовать, не думая, не беспокоиться ни о чем, просто существовать и быть благодарным, благодарному высшему абсолюту за то, что есть на этой земле, за себя, быть благодарны за помощь, которую нам оказывает Вселенная, которую мы, к сожалению, часами не ощущаем, ну а если научимся, то уже начинаем чувствовать это плечо. Итак, созерцание включает наблюдение. Наблюдение, восхищение. Отсюда вытекает благодарность. Благодарность Вселенной, как я сказала, Богу, Абсолюту, за все, что тебе окружает. Существование, бытие. Второй процесс – творение. Можно просто делать, механически делать, а можно творить, когда в твоих действиях присутствует дух. Тогда, во-первых, для тебя работа, ты не чувствуешь ее, вернее, как работу, а как что-то такое, как игра, как удовольствие. А самое главное, выходы и результаты выходят из этого очень хорошие вещи. То ли работа хорошая на высшем уровне, то ли произведение, когда человек начинает творить. И любить, процесс любви. Что же это значит? Просто научиться понять, что Бог – это любовь, что в этом мире самая главная сила созидания – это любовь. Сначала это не будет получаться. Человек может не понять, как это любить. Любить моего обидчика, любить неприятеля. Но потихонечку, когда человек начинает глубже опускаться в эту воду, в эту философию, он понимает, что мы одно единое, что у нас один источник,
что мы очень похожи, но раз одно единое. То есть мы очень похожи друг на друга. Что укнется, то откликнется. И если я хочу, чтобы ко мне относились хорошо, то нужно стараться относиться так же хорошо и ко всем остальным. Постепенно научимся проявлять, научимся провоцировать, проектовать, не знаю, как назвать, эту энергию любви, которая сделает нас богаче, богаче духовнее, интереснее нашу жизнь, которая, ну, это же сила созидания, это божественная энергия, это энергия, благодаря которой существует все на этой земле. Но это постепенно. Постепенно человек к этой энергии приходит. Думаем. Всего хорошего. До свидания.